Всем привет! Меня зовут Мария Сурова, и я автор книги «Сегодня готовлю я». Давайте буквально чуть-чуть расскажу о себе. Я актриса и телеведущая, но дело не в этом, не в том, что я блогер или актриса, или еще какой-то известный или неизвестный человек. Главное, что я мама троих детей и бабушка четверых внуков, и поэтому я очень много в своей жизни учила детей готовить. Кроме того, я 4 года работала в школе учителем технологии и учила детей готовить и в школе, детей из 5 и 6 классов. Поэтому я очень хорошо знаю, что дети могут сделать. Представьте себе, что вы просыпаетесь утром в свой выходной, заходите на кухню, а там ваш 10-летний ребенок накрыл вам завтрак. И не просто завтрак, а очень вкусный. Например, блинчики с творогом приготовил. Или кашку с ягодками, или кашку с орешками. Прекрасно, правда? Я считаю, что к этому нужно стремиться. И учить детей тогда, когда они сами хотят. Как я, например, научилась. Моя мама была на работе, дома был необходимый набор продуктов, я попробовала сварить кашу. Каша, конечно, у меня получилась густая, но мама пришла, ругать меня не стала и только поддерживала меня в моем желании готовить и объясняла мне, как это делать. Поэтому к 12 годам она практически сложила на меня все обязанности по кухне. Еще эта книга пригодится тем, кого наоборот мамы и бабушки на кухню в детстве не пускали. Потому что написана она очень понятным языком. Когда я писала эту книгу, я представляла себе, что ее возьмет в руки ребенок, который не понимает по умолчанию, так как взрослый, некоторые вещи. Поэтому старалась процесс описывать очень и очень подробно. Еще в книжке, мне кажется, очень симпатичные и радостные иллюстрации, которые сделала моя сестра Ксения. Она художник и иллюстратор из Петербурга. Так что покупайте эту книжку себе, своим детям или в подарок. Я думаю, что она будет вам полезна.